Доброго дня всем. Повар сегодня отсутствует. Я вам буду показывать, хочу показать вам, как я на даче солю огурцы. Так сказать, по-быстрому. Вот мы уже нарезали с полкилограмма огурцов. К нему немного петрушки, немного укропа. Я уже все подготовил, чтобы ролики не затягивать. И чеснок, выдавленный прессом, маленькая головка, там зубчиков 7, по-моему, было. И для этого еще потребуется ложка соли. Берем пакетик. Вкладываем огурцы. Добавляем чеснок. Перемешиваем. Добавляем ложку столовую. Я вот так с горочкой делаю. Соли. Перемешиваем так, чтобы соль. Итак, прошло 2 часа. За время того, как оно там находилось, огурцы, мы вот через каждые 30 минут переворачивали, чтобы сок немного растекался по огурцам и впитывался получше. Вынимаем. Запах. Запах просто обалденный. И на вкус. Малосольное, хрустящее, вкусное очень. Попробуйте, сделайте, не пожалеете. Приятного аппетита!